Праздник, наполненный особой теплотой и любовью. В картинной галерее прошло торжественное собрание, посвященное Дню Матери. Поздравления принимали многодетные женщины, а также мамы особенных детей. С героинями праздника познакомилась Луиза Егиазарян. Сотрудницы полиции, врачи, учителя, предприниматели и общественницы. Эти женщины из разных сфер деятельности, но у них одна общая профессия, где не бывает выходных и отпусков. И эта профессия называется «мама». Такой прекрасный праздник, праздник День Матери, наверное, ну, для меня, по крайней мере, это даже где-то грубо, День Мамы. Это очень теплое слово, слово, с которым мы живем всю свою жизнь. Желаю всем мамам оставаться такими же любимыми, такими же очаровательными. Будьте всегда счастливы, будьте всегда с улыбкой. Виновницам торжества глава городского округа вручил цветы, благодарственные письма и подарки. Среди награжденных руководитель Люберецкого филиала Ассоциации родителей детей-инвалидов Татьяна Орлова. На праздник она пришла вместе с детьми, двумя дочками и сыном. Старшая девочка у меня занимается хореографией с 3 лет. Мальчик у меня с инвалидностью, а младшая девочка пока только в садик ходит. Но планируем чем-то заниматься. Всем мамам я хотела бы пожелать, чтобы они, несмотря ни на какие трудности, никогда не сдавались, верили в свои силы, в себя и в своих детей. Мама может заменить всех, но ее никто никогда не заменит. Этот праздник и еще одно напоминание о ее неоценимой роли в жизни каждого из нас. И еще один повод признаться в любви самому близкому человеку. Луиза Егиазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.